Привет, вы на канале Собаки Медведяки Булата, и сегодня мое новое видео. Поддержите меня лайком, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, а также не забудьте подписаться на мой инстаграм. Друзья, у нас начался новый конкурс, который продлится до 31 декабря. Условия участия по ссылке в описании. На днях пересматривал свои старые видео, те, которые я делал несколько месяцев назад, только в начале своего пути видеоблогера, когда обо мне еще никто не знал и когда у меня еще совсем не было подписчиков. И сегодня я решил собрать самые прикольные моменты из тех видосов и соединить их в один. Приятного просмотра, друзья! Я не понял, что это, голос есть? Человечки нет. Это что такое? Что такое? Не, ну это вы меня теперь не проведете, это я понял, обманка. Да ладно, одну съем, она и не заметит. Там что, посмотрю сейчас. Печеньки. Я спрашиваю, ты брал сухарик? Да не брал я ничего, не брал. Я сплю, ничего я не брал. Не брал я ничего, не брал. Что, ты не видишь? Не брал. Прикол. Прикол, вообще була. Куда ты пошел в сарай? Зачем? Зачем? Булат, зачем туда пошел? И сюда. О! Что ты стащил? Перчатку. Ах ты хулиган. Отдай перчатку. Отдай. Один кусок и все. Это последний, но никаких сегодня конфет. Ты и так уже наелся. Жадина, говядина. Ой, так она. Последнюю, единственную на сегодня. Что, есть грибы-то? Ну. Грибов нет, какашки есть. Какашки нужны? Не было, какашки не нужны. Грибы ищи. Какие грибы? Какие грибы? Поганки есть нужны? Не, поганки не нужны, Булат. Не, какие ты хотела? Трюфели. Не, ну что сразу трюфели? Ну хоть какие-нибудь съедобные. Собака-валяка. Була, а что у тебя лапы зеленые? А? Ты где был? Медведь? Ой, нос зеленый, Була. Ты где был-то? Медвежака. Да яблоко я делал, яблоко. Вкусно, медведь. Вкусно, лучше бы, конечно, мясо туда положить. Но так ничего, есть можно.
что, яблоки понравились, Булат? Давай сюда. Что, опять закрылась лавочка, Була? Все, режим работы. Так, что там в коляске? А! Ой, что-то есть 100%. Что там? Медведь! Ну, давай посмотрим. Что там есть? Доставай, что там у нее? Ого! Ничего себе, целый пакет! Бул, да тебе столько нельзя! У тебя будет диатез! Медведь, ты же не будешь есть его прям с оберткой? Отдай, говорю. Да я нашел, это мой мармелад. Да я тебе дам одну штучку, но ты же не будешь весь пакет есть. Повывалилось, вот что повывалилось, то твое, ладно, так и быть. Не буду больше тебе помогать, все забрала. Ой, я его перевернула. Була, что ты делаешь? Була, что ты делаешь? Дай, медведь, дай, говорю. Говорю, дай игрушку. Да не дам, мне понравилась она. Что, все хочешь игрушки себе забрать, да? Да, что, у меня ни одной игрушки нету. Да как нету? У тебя полно игрушек, они все где-то валяются. Була. Они старые, я хочу новые. Хочу напомнить, что рисунки на тему «Булат и Новый год» вы можете присылать в мою группу в ВК через «Предложить новость». А также можете присылать туда любое ваше творчество в виде стихов, песен, видосов, рисунков и чего угодно. Самое интересное буду показывать в своих видео. Из последних рисунков мне понравился вот этот, где нарисованы почти все известные мне собаки-видеоблогеры. А сейчас время ваших комментов. Всем пока, всех люблю, в четверг увидимся.